Опять то же самое. Приехали в Афины снимать выпуск, рвать жопу, носиться по всему городу и смотреть, как все эти старички просто отдыхают. А ты не завидуй. Во-первых, Греция победила в голосовании у наших зрителей ВКонтакте, а во-вторых, все эти старички, в отличие от нас, хотя бы могут себе это позволить. Идея! Но идея, какая идея? А, короче говоря, мы с тобой застряли в будущем, хотя нужно смотреть в прошлое. Чё брать с этих юнцов? Мы уже с ними все отработали. Нужно привлекать взрослую, платежеспособную аудиторию. В плане. Ну, вот. Кто еще не знает о нашем великолепном спонсоре, поисковике дешевых авиабилетов Aviasales, ссылка в описании, и может финансово позволить себе, ну, просто мотануться в Европу на недельку? Депутаты? Нет. Бизнесмены? Нет. Контрабандисты? Нет. Жены футболистов? Нет. Дети олигархов? Нет. Пожилые люди, герои труда, которые обеспечили себе жизнь? Именно! Поэтому мы с тобой снимаем, дружище, выпуск «Пора валить» старичье френдли. Точнее, для вас, альтернативно молодые. Мы в «Пора валить» не терпим лукавства, давайте признаем, Афины в первую очередь известны благодаря Акрополю, то есть верхнему городу на холме, который сейчас за моей спиной. Но помимо этого, город буквально усыпан разными раскопками и руинами, их здесь настолько много, что местные власти даже продают единый билет на их посещение за 30 евро. Давайте узнаем, что здесь осталось от древних греков. Лайфхак! А если вам не хочется тратить 30 евро на просмотр очередных руин песочного цвета, то есть бесплатная альтернатива – просто посмотреть на них через забор. Ха! Как здорово! Древности на расстоянии вытянутой руки, и я сэкономил 30 евро. И лицо почти не болит, а если вот эту скулу вот так подвинуть, можно даже протиснуться. Нет, в следующий раз. А на сэкономленные деньги можете купить сладости внукам. Или снять бабу с буферами цвета дарницкого хлеба. Поняли? Ну, типа, ну вы же знаете, дарницкий хлеб. Начнем, конечно, с самого основного. Поднимемся на Акрополь. Стоит отметить, что это я сейчас грациозно взлетаю по холму вверх с минимальной отдышкой, а вот летом в 40 градусов жары соваться на этот подъем без дополнительной бутылки воды крайне не рекомендую. Ну, конечно, всегда можно сесть, передохнуть под тенью дерева, чтобы не переутомлять колени. Понимаете, да? Жиза! Но вот мы наверху, да, это огромная стройплощадка, тот самый нашумевший Акрополь. А это обложка вашего учебника истории древнего мира. Да. Хочется процитировать великого Сократа, который описывал вид с Акрополя на Афины. Найс. Хомликовид, куда мы еще поднимемся. Ареопаг, где сидели древние аристократы и выносили судебные решения. Адеон Герод Аттика на 5000 мест, который почти в целости дожил до наших дней. А ведь и 2000 лет назад на этой площадке мечтали выступить светлейшие умы Греции. Короче, Акрополь. Зачем он? В верхнем городе находились разные храмы, культовые сооружения. Здесь много времени проводил царь и знать. Ну, типа Кремля местного. Только вместо солдат Росгвардии здесь каждые 2 метра стояли греческие гоплиты. Но самое главное, что здесь находится он. Памятник античной архитектуре, главный храм Афин, визитная карточка Греции – Парфенон. Выверенные пропорции расположения на холме, величественный силуэт, искусственное использование дорического ордера. Да только о хитрых приемах, которые использовал архитектор, чтобы компенсировать погрешность человеческого зрения. Кажется, что здание идеально ровное, но на самом деле в нем нет ни одной прямой линии. Можно рассказывать часами. Но вместо всего этого у нас есть куда более смешная история. 1687 год. Турки, захватившие Афины 200 лет ранее, отбивают атаку венецианцев, с которыми у них давний биф. Генерал со стороны венецианцев приказывает дать залп из пушек по осажденному Акрополю. Тем временем в Парфеноне. О, светлейший, а разумно ли это? Ведь Парфенон, он на самом высоком холме и простреливается отовсюду. Так, шестерка. Я сказал, что мы складываем порох сюда. Именно здесь будет пороховой склад. Хорошо. Хотя, наверное. Гуляя по оливковым аллеям Афинской агоры, многие задавались вопросом. А почему бы не отреставрировать эти руины? Но однажды Рокфеллер сказал. Ну почему бы мне не вкинуть миллионы баксов на реставрацию этих руин?
и Рокфеллер. Так и появилась стоа Атала. Оригинальная колонда, построенная во втором веке до нашей эры, успешно развалилась, а на ее месте в середине прошлого века воздвигли точную копию. По сути, я сейчас прогуливаюсь внутри огромного макета, который дает представление о том, как жили древние греки. Интересно, Рокфеллеры понимали, что спонсируют строительство огромного склада античного говна? И, кстати, вот это вот не всем по душе. Вы хотите лицезреть классический храм в романтической форме руин, пропитанных духом времени? А, вот это да, класс! Или вы хотите отреставрированную коробку, в которой откроют бар, сауну или пятерочку? Уходи из моих руин, пятерочка! Я Михаил Кшиштовский, я против реновации. Долгие годы люди старались, чтобы превратить целый храм в сочные, сочные руины. Вы хотите еще одну безликую застройку? Не думаю! Фу, не от лица! Если вы за обновление руин, вы фашист, и ваш пенис маленький. Да, вот смотрите, у меня большой маленький пенис. Проголосуй хэштегом «Я против реновации», если ты поддерживаешь дух античности. Или хэштегом «Я чмо», если ты чмо. С виду небольшой каменный холм, который без видимой причины облеплен туристами, это тот самый Ареопаг. В древности все эти умники и умницы из местной аристократии собирались тут, чтобы решать политические, судебные и даже религиозные вопросы. К счастью, человечество не стоит на месте. В наши дни важный для народа вопрос решает не горстка стариков на холме, а как положено. Несколько сотен стариков с дорогими иномарками, личными водителями, охраной, дорогими домами и шикарными часами. Это здесь даже охраняемая ФСО парковка не поместится. Сегодня в Ареопаге решаются вопросы попроще. А мне лучше лицом повернуться или спиной? Типа таинственность? Так, круто. А как веб? Так, встань, будто солнце держишь. Не так, выше руку. Сюда обычно приходят, чтобы любоваться афинским закатом, но... мы знаем местечко получше. В Афинах, помимо Акрополя, есть еще пара холмов, с которых открывается отличный вид на древний город. И сейчас, всего за 7,5 евро, мы на фуникулёре поднимаемся на холм Ликавит. Здесь небольшой храм, кафешка, но самое главное – это обзорная площадка, где собираются толпы туристов, чтобы сделать уникальные по красоте кадры. Солнце садится, последние лучики. Нужно быстренько идти фоткать, а потом сравнивать, у кого лучше получилось. Смотри, что получилось. Найс, а у меня? Найс. Сохраню рядом с записью концерта племянника в альбоме, скорее всего, никогда не буду пересматривать. Найс. Найс. Интерактив для нашей зрелой аудитории. Напишите в комментариях, почему вы считаете, что раньше было лучше. У нас, кстати, тоже есть пример. Олимпиада. Ну, посудите сами. Допингов тогда практически не было. На подготовку не тратили миллиарды. Политические игры еще не приплетали. Зевс не переписывал под себя конституцию и не пытался пропихивать реформы пенсионные. Идеально было? Посмотрите хотя бы на стадион Панатинакоэс, в котором начали проходить современные Олимпийские игры аж в 1896 году. Красота в простоте. Здесь даже некуда потратить миллиард. Эй! Он неплохо сохранился для 1896 года. Ну, вообще-то его построили в 329 году до нашей эры, а это уже отреставрированная версия. Что с тобой происходит? Да не, ничего, это... мемные спазмы. Блин, они об эту античность еще не спотыкаются? Так они уже на целый музей наспотыкались. Думаю, вы в курсе, что мы небольшие любители сюжетов про музеи, и тем более странно, что прямо сейчас я сижу на ступенях у Национального археологического музея. Господи, у меня даже название скучное. Казалось бы, здесь и так весь город — это музей под открытым небом. Смотришь на стандартную европейскую площадь, и тут же перед Старбаксом что-нибудь древнее из земли торчит. Так вот, значит, Национальный археологический музей. Здесь хранятся черепки, хранятся вазы, хранятся скульптуры. Один из залов просто поразит ваше воображение разнообразием сюжетов древних барельефов. Древние греки жмут друг другу руки. Древние греки одновременно прихлопнули муху. Древние греки – сиамские близнецы, сросшиеся руками. Древний грек не дает другому древнему греку упасть с обрыва. Барельеф просто неправильно стоит. Вот так правильно. Тут еще не до конца восстановили, но что-то мне подсказывает, что сюжет я знаю. Если серьезно, я правда рекомендую посетить этот музей из-за одной экспозиции. Вот помните, в школах нам рассказывали, что бывают египетские скульптуры такие с ровными линиями, немного неестественные, а бывают греческие, где все накачанные с маленькими стручками. Но как-то нам не утруждались рассказать, что второе это произошло от первого, а здесь, проходя из зала в зал, ты своими глазами видишь, как примитивные египетские скульптуры превращаются в скульптуры сверхлюдей.
кризис. Кризис никогда не меняется. За последние 20 лет слово «кризис» стало практически синонимом Греции. Страна постоянно борется за выживание, и результат налицо. Это, кстати, корпус местного университета. Да, в первую очередь глаза бросаются разрисованные стены по всему городу, но не красивыми художественными граффити, а такими типа «В моем городе упадок. Я знаю, что ему поможет, если я нарисую на стене свой говнотек». У нас, кстати, еще очень много фотографий граффити есть. Кир штук 100 сделал, наверное, да, Кир? В смысле сделал? Вы меня заставили. Да, позже начинаешь замечать заброшенные и закрытые дома, предприятия и заведения. Некоторые едальни закрывались так быстро, что не все посетители успевали выйти. Так что, вы ключ от двери нашли? Да-да, скоро принесем. Досталось не только заброшенным стенам, но и метро, достопримечательностям и плохим музыкантам. Ставь лайк, если скучаешь по Магомаеву. Добавьте сюда бесконтрольно расплодившихся кошек, грязных вонючих бомжей. Эй! И получите примерную картину прошедшего в Греции кризиса. Даже гуляя по этой засранной улочке на окраине города, я забываю, что это не улочка на окраине города, а главная торговая улица Афин – Эрму. Названная в честь древнегреческого бога торговли, да кому какое нахер дело? Посмотрите на это, сука, говно. Эрму, скорее уж, говно, вонючее, разлагающееся говно. В честь этого не хотите улицу назвать? Помоюс. Я вас понял, вы не верите, что это Эрму. Ха. Ну а это тогда что? Это же церковь Капникорей, 1050 года постройки. Там, правда, сейчас служба, поэтому мы не можем туда зайти. Проведем мысленную экскурсию. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох. Для начала представьте типовую церковь. Поздравляю, вы были в церкви Капникореи. Она обычная. Блин, да, потрепал их кризис. А ты знаешь, кстати, почему они в кризисе? Нет. Ну смотри, многие политики считают, что Греция в принципе страна со слабо развитой экономикой и аграрно-индустриальным типом экономики, с огромным количеством разных чиновников, огромным социальным сектором. И такая страна в 92-м году решила, знаешь, что сделать? В Евросоюз вступить. Господи, она, это ну, невозможно слушать. Вот бы сейчас открыть поисковик дешевых авиабилетов авиасейлс, найти какой-нибудь билетик к морю и рвануть туда, подальше от этого мерзкого голоса. Но я лишь подсознание. Единственное, что я могу... Это. Понял? Да, авиасейл. А, ссылка в описании. Че? Чтобы понять, как сильно страну отколошматил кризис, вам надо посмотреть, как в столице Греции выглядит хипстерский район. Если вы приехали в Афины со своим внучком и не можете найти засранца, чтобы он вас дежурно уважил, знайте, скорее всего, он тут. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep... Технополис уверенно следует заветам организации креативного кластера. Берется старый завод с парой газгольдеров, уверенно разоряется молодым поколением, а все производство выводится за рубеж. Готово. Зато в освободившемся пространстве можно проводить арт-фестивали, рисуя невнятное и наряжаясь в стыдное. Ох уж эти миллениалы! Но не обошлось и без греческого колорита, то есть какая-то общая потрепанность, ходят бездомные коты. Самое смешное, что изначально даже деньги за вход брали. Но сейчас мы вошли совершенно бесплатно, либо им стыдно стало брать деньги за такое, либо просто всех кассиров сократили. Что за это? И деньги нужно было еще платить? Да здесь же нет ничего, чтобы можно было норм дежурненько самоуважиться. Например, чего? Ну что это такое? Здесь не хватает кранов с локальным крафтом. 3 крана ИПы. Нет. Дабл ИП. Нет. Оутмил стаута. Нет. ИПы. Тут нужен корнер с локальными марками шмота. Должен знать, как в новом сезоне наряжаются клоуны. И купить это. Здесь удачное место для фьюжн-вагончика греческой, нордической и паназиатской кухонь. Каждый мой поход в туалет должен напоминать приключения в стиле Льюиса Кэрролла. Где? Это второе по отвратительности использование газгольдера в истории всей планеты. Это шутка про Басту?
Кого? Если от взгляда на высокие холмы у вас начинают инстинктивно болеть колени, а мысль об очередном музее античности напоминает о неразобранном гараже, вам пора посетить что-то тихое, спокойное, отвратительно туристическое и расслабляюще бесполезное. Как, например, самый древний атмосферный район Афин – Плака, что возле Акрополя. Опрятные старые домики – есть. Кафешки с местной кухней – имеются. Интересный вид на горы – чек. Единственное, будьте аккуратнее с местными узкими улочками, где очень легко заблудиться. Если все-таки заблудились, не переживайте. Наша инструкция поможет вам найти дом. Для начала сядьте в ближайший ресторанчик. Выпейте местной узы и понаслаждайтесь городом часок-другой. Достаточно. Теперь возьмите телефон и просто проверьте, звонили ли вам. Нет. Пересмотрите свое отношение к родне. Не спохватились в течение часа? Так ли они вам дороги? Присмотрите себе местный домик. Вот этот ничего. Берем. В конце концов, пора бы зятю прекратить клянчить ваши сбережения. Найдите в новой квартире, что ремонтировать ближайшие 5 лет. Этот кран явно подтекает. Родня вспомнила о вас. Когда понадобились деньги, выкиньте телефон. Поздравляем, вот вы и дома. Если жизненно, ставьте классы. На этом моменте вы, скорее всего, уже задаетесь вопросом. Вы в Греции? Когда Assassin's Creed? Нет, не этим вопросом. А вы что-то кроме руин показывать будете? Да, этот. Афины, они, конечно, более по историческим достопримечательностям, а вот ради такого размеренного курортного отдыха обычно отправляются на один из греческих островов. Симпотно! А что тут делать? Скажем прямо, остров компактный, что, в принципе, от него и требуется. Настолько компактный, что его подробная карта помещается на столе придорожной гирошной. Я даже уже по ней нашел интересное местечко для съемок. К сожалению, Миша пролил на него мою колу. Подумаешь. Поэтому планы меняются. Пляжи. Благодаря своему вулканическому происхождению в Сандарине не только интересные виды с высоты дронового полета, но и разноцветный пляж. Белый, красный и черный. Скажем так, для разного настроения. Для чилинга годно! Почему я должен ждать Elder Scrolls 6 еще 5 лет? Почему нельзя делать эти игры параллельно друг с другом? Это моя работа — снимать страны и наслаждаться их едой. Грецию снимай, Турцию снимай, Грузию снимай. Я просто хочу сидеть дома с Китей. Когда снимаем? Что снимаем? Это моя девушка, она все время достает меня. Ах да, у меня нет девушки. Я хочу смотреть новый фильм про Джокера с Хоакином Фениксом прямо сейчас. Голова закружилась. Супер для выпуска пара. Если подумать, все бесполезно. Лайки, просмотры, подписки. Все не настоящее. Годится для инсценировки смерти! Ну, а идеальным завершением дня на Санторини будет встреча заката в городе Ия. Именно эти домики растиражировали на открытки и магнитики. Красота! А что завтра снимаем? Так, мы весь остров облазили уже, а я не сумасшедший на второй день здесь оставаться, и, в принципе, наверное, можно сворачиваться. Афины, потрепанные кризисом и интересные только руинами, посмотрели, а открыточные виды курортной Греции заценили. Интересно только, получилось ли вот зацепить эту новую аудиторию взрослых? Офигенный выпуск! Надеюсь, старикам зашло.
вызванный массовыми заграничными поездками пожилых граждан после просмотра нового выпуска шоу «Пора валить». Хана этим двум говноедам. Мы раньше, когда в тур уезжали, мы своего сына бабе с дедой оставляли. А сейчас они уехали в какой-то романтический тур по Грузии. Чего это вообще такое? На кого нам теперь своего сына оставлять? Как там тебя? Антон? Мне батя вчера должен был взаймы дать, но до зарплаты. И знаете что, он в Афины свалил. Вот эти вот «пора валить» или как, я им ноги поотрываю. К соседу пошел, у него такая же история. Короче, я не могу больше, как жить-то дальше? Усач. Отсижусь-ка я месяцок дома. Посмотрю неудачные дубли, точно. Стоп. Выпуску нужно лайк поставить. Забыл. Готово. Ну, на канал-то я подписан. Ха. Было бы глупо, если бы я не был подписан на канал. Ха. Ну, зато успех. Старики посмотрели новый выпуск. Тема. Клево, клево.